Разведение домашних цветов требует достаточно больших усилий, и подкармливать цветочки приходится регулярно. И одним из самых популярных цветов являются петунии. Они красивы, неприхотливы, но очень важно подобрать правильную подкормку и своевременно ее внести. И здесь не обойтись без народных средств. Они доступны, эффективны и проверены годами. Первое средство для подкормки петунии – это борная кислота. 2 грамма порошка разводим на 5 литров воды и поливаем петунию во время бутонизации и цветения. Кроме того, что такая подкормка стимулирует цветообразование, она продлевает цветение и очень эффективно. Активно борется с вредителями в горшках и на клумбах. Для опрыскивания концентрация борной кислоты нужна вдвое меньше. Второе средство – это настой из крапивы. После высева семян или пересадки растений нужно полить петунию крапивным настоем с шикарным содержанием полезных микроэлементов. Для его приготовления надо мелко нарезать молодые побеги крапивы, сложить в ведро, утрамбовать и залить кипятком. Через 10 часов настой процеживается и прямо по петуниям под корень поливаем. Можно сделать удобрение для петунии из лимонной кислоты. Она поможет вернуть листикам зеленый цвет. На 1 литр воды разводим 1 грамм лимонной кислоты и поливаем растения свежеприготовленным раствором. И последняя подкормка – это янтарная кислота. На 1 литр воды разводим 1 таблетку этого аптечного препарата и поливаем растения не чаще раза в месяц, чтобы поддержать их рост, цветение и интенсивное потребление полезных веществ из почвы. Сама янтарная кислота не является подкормкой, но стимулирует цветы на хорошее усвоение всего необходимого. Если правильно приготовить растворы, петунии будут ярко цвести и пахнуть долгое время и радовать вас своей красотой.